в начале, да, где-то в середине 80-х годов мне попался тогда еще на английском языке номер National Geographic, где была замечательная работа представлена, такой был американский исследователь Касаб Эт Пик, где были совершенно феноменальные фотографии этих животных, и я уже тогда связал свою жизнь, в общем, с морскими млекопитающими, но этот журнал еще больше укрепил меня в желании работать и вот достичь такого же качества производимых научных работ. Это я говорю к тому, что журнал National Geographic, он не только рядовой журнал. На гранты журнала проводятся многие замечательные экспедиции. Мне очень было приятно, что в сентябре прошлого года вышла похожая статья про Касаты, которую делали ребята, с которыми я работал, которых я снимал в своем фильме «Острова в океане», в смысле «Зеленый на Камчатке». Аналогичная статья. Бик уже в науке увековечен. Это человек, который, в честь которого названы эти касатки, который оказался, что это отдельный вид. Ну и я очень гордился тем, что я работал с ребятами, которые продолжают его дело и которые тоже попали в журнал National Geographic. Поэтому мне очень приятно, очень радостно здесь находиться. Спасибо вам большое, друзья, журналу я пожелаю еще 125 лет в квадрате процветания и счастья. Спасибо.